Кто по брендам номер один в Украине? Ну, по продажам, по этому всему. Ну, хрен его знает. Наверное, все-таки по финансам это Urban Planet. Было бы не было бы проблем с поставками от Бандита, был бы, наверное, Бандит. Много продано, продается на каком-то третьем месте White Sand. Ну, не было панча, не продавался панч. Появился панч, он каждый месяц набирает обороты. На Украине я не знаю, кто. То есть даже не Ястреб, я думал Ястреб, наверное, из-за низкой цены. Что-что? Я думал Ястреб из-за низкой цены. Не, ну у Ястреба тоже очень большой вал. Мы этих штанов, правда, продали такую хуеву гору. А сколько он этих тысяч штанов напродавал за эту зиму? И с нами, и без нас, и как угодно. Это просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому у него, конечно, тоже очень много продается. Спор никак. Вот в этом-то весь и прикол, что у всех много продается. Вот он видел вчера, о чем говорил Стас. Так вот таких вот Стасов, таких вот Тарасов из Львова, таких вот Тимуров, их хреново гора на самом-то деле. И все они шьют, и у всех все продается. И ни конца, ни края этому нет. Поэтому тут, ну, трудно сказать, ну, во-первых, никто тебе не сольет всю истину этой черной бухгалтерии. Но я вам говорю, эти все люди-миллионеры гривневые. Ну, не в смысле, что у них под подушками лежат какие-то миллионы. Ни у одного нормального человека не будут лежать под подушкой миллионы, если ты знаешь, куда засунуть эти деньги, в какие швейные машинки, чтобы завтра они принесли еще больше.